По поводу Евровидения. Я очень много лет его не смотрю. Я его смотрел так столько, что уже даже уже забыл, когда. И я очень не очень вообще понимаю эту шумиху. Это бизнес-проект. И, конечно, раз смотрит народ, значит, он развлекается. Но смешивать это с гордостью, с национальным достижением, или нужен он России, или не нужен. Если народу нравится, почему? Ну, конечно, он нужен. Но любой проигрыш – это не проигрыш России, и любой выигрыш – это не выигрыш России. Это просто конкурс, просто шоу и ничего больше.